сейчас очень остро стоит вопрос о том, как эту нейросеть, собственно, используют для, ну, каких-то атак, взломов и так далее. Стоит понимать, есть тоже случаи прецедента? Сейчас тот же самый ChatGPT, который упоминали, нашли способ с помощью него разрабатывать специальные эксплойты, которые так или иначе проверяют уязвимость, наличие уязвимости, там, допустим, на сайтах. Они просто сканируют код и говорят, тут есть вот такая уязвимость. И что самое, наверное, страшное, что хакер, он может, допустим, даже не знать, как это использовать, он может это спросить прямо в этом же чате. А что мне надо сделать? Какие кнопки нажать? И искусственный интеллект может ему выдать всю эту информацию.